В Омске объявлено штормовое предупреждение. Мечей просят быть осторожнее на улице. Синоптики обещают сильный ветер. Его порывы будут достигать 27 метров в секунду. В МЧС рекомендуют держаться подальше от линии электропередачи, деревьев, рекламных щитов, уходя из дома, закрывать окна. Также советуют убрать вещи с балконов и подоконников. В случае чрезвычайных происшествий нужно обращаться в единую дежурно-диспетчерскую службу или в МЧС. Номера телефонов на ваших экранах.